стали меньше, а убирать стали чаще. Я же поехал, да? У мужчины. Куда направо, это конечно. Тогда без купа, у которых в жизни мужчины. Убирать стали реже женщины, а умирать а чаще. Да. Все твои. Как бы то ни было, да ты чего, бабой что ли? Это баба, один взял. А у меня сзади записывают, сейчас посмотрим, поржем. Ну что, ну, может вытащить ее? Тогда ну конечно, а что делать? Что, блядь, что так оставлять, что ли? Just about got it. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Тебе ебало разбить, блядь! Ты водить умеешь? Я тебя сейчас ебало разобью, блядь! Пошёл нахуй, сука! Пизду отсюда, блядь! Девчонки, надо было стоять там на месте. Этот эвакуатор сам виноват, он стоит там. Ёбнутая, блядь, отъедь назад на... Представляете, она едет и вяжет. Такого я еще не видел ни разу. И педали жмет, и вяжет. Вот это рукоделица вообще. Ай, на-на-на-на. Это бомба. 56 литра, тогда как Coca-Cola разливает свою продукцию вторым по пол-литра. На сегодня, пожалуй, достаточно. С вами был Владимир Лебедев. До встречи в пятницу. Программа «Торговые знаки». Понедельник, среда, пятница. 16:30. Только на Дорожном радио. Да, по-моему, где-то там было. А, вот. О, красавчик, красавица, девочка. Хорошо, она мужика бортанула.